Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и сегодня у нас будет в преддверии матча сборная Словакии и сборная Украины. Пишите в комментариях свои прогнозы на эту встречу, как вы считаете, сыграют команды, ну а после мы уже в жизни узнаем, как же все было на самом деле. Не забывайте поддерживать видео лайком, ну а если вы новенький и любите футбол и другие прохождения различных видеоигр, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и давайте, ребята, начинать. Первые 15 минут этой встречи в нашем прогнозе пока что проходят больше в центре поля, без каких-либо опасностей для одной из команд. Коноплянка, хороший прострел, пас пяткой! Удар здесь с разворота, но спасает голкипер сборной Словакии. Еще один момент. Зинченко открывает счет в этой встрече. Не смогли как следует вынести футболисты сборной Словакии мяч. Пошла передача в центр, и здесь Зинченко успел увидеть уголок ворот, прицелился и точнёхонько попал. 0-1. Еще один удар по воротам и тащит вратарь сборной Словакии. Но на этом атака не закончена. Еще один удар и еще один великолепный сейв. Еще один удар по воротам в исполнении сборной Украины. И счет становится 0-2. Очень хорошо, очень здорово на коротке разыграли на правом фланге футболисты сборной Украины. Пошел проникающий пас в штрафную, и здесь уже без проблем переигрывали голкипера. 0-2 в первом тайме, это очень неплохо. Посмотрим еще раз, как все это было вот здесь. Здорово, в стеночку отыгрались футболисты сборной Украины, пас в центр, и здесь уже не справляются защитники сборной Словакии. 0-2. В первом тайме была полная доминация сборной Украины. Они смогли забить два мяча. И посмотрим, остановятся ли они на этом. Еще один удар по воротам. Марлос забивает третий мяч сборной Украины уже в начале второго тайма. И это попахивает разгромом в нашем PS-прогнозе. Сборная Украины делает счет 0-3. И снова вот здесь очень долго футболист сборной Словакии возился с мячом. Пошел отбор, дальний удар и 0-3. Еще одна хорошая стеночка, еще один удар по воротам и 0-4. Сборная Украины разносит в пух и прах сборную Словакии в нашем PS-прогнозе. Коноплянка, еще один удар и еще один гол. 0-5. Буквально каждая атака после перерыва сборной Украины заканчивается взятием ворот. Заканчивается встреча. В нашем PS-прогнозе победила сборная Украины, весьма крупно обыграв сборную Словакии со счетом 0-5. Пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами был Локи, всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.